Уже завтра здесь будут сразу несколько новых арт-объектов из соломы, дерева и прочих материалов. Гостей научат делать свадебные букеты и бутоньерки, строить участки со сложным рельефом. В программе теория и практика. Вчера мы начали монтаж экспозиций, завезли материалы и начали монтаж садов. То есть у нас будет к 5 августа смонтированы авторские сады. С небольшие такие законченные ландшафтные объекты, с разными красивыми цветами, лавочками, все в теме деревенской, тема нашего фестиваля «Синокос». Фестиваль «Лето в Тольцах» – аналог новосибирского «Все в сад». Посетив его, создатели загорелись идеей расширить площадки для иркутских ландшафтных дизайнеров и флористов. Мы еще в прошлом году начали работать непосредственно с организаторами этого фестиваля, то есть рассматривали какие-то либо площадки, они постоянно советовались, что лучше провести, какие мастер-классы и как будет лучше проходить деловая программа. Надеемся, что этот фестиваль даст огромные плоды, и мы что-то с этого тоже поимеем, да, то есть какие-то фотозоны, арт-зоны останутся у нас на территории. «Лето в Тольцах» открывает фестивальный август в архитектурно-этнографическом музее. Уже на следующей неделе пройдет фестиваль ремесел, а 19 августа откроется этнокультурный форум «Мы разные, мы вместе». Кроме того, в конце месяца в Тольцах ждут любителей джаза. На берегах Ангары пройдет концерт иркутских артистов. Александр Гаврилов, Артур Рощупкин. Новости сейчас.